Более полусотни детей стали главными гостями уже знаменитого на весь город кафе «Алеппо», для которых поварами и обслуживающим персоналом были подготовлены и накрыты столы с угощениями блюд разнообразной кухни, прохладительные напитки и фрукты. Как отметил заместитель главы администрации Хайбулла Умаров, хасавюртовцы личным примером всегда показывали, как нужно помогать людям, попавшим в трудную ситуацию и положение. Сегодня мы стали свидетелями совместной акции благотворительного фонда и малого бизнеса. Сегодня они пригласили наших детишек с центров, реабилитационных центров и вообще детей-инвалидов. Это не первый их шаг. Я, как представитель администрации, главы города, хочу поблагодарить наш кафе, сказать им огромное спасибо и пожелать дальнейшего процветания этому заведению, хозяевам и всем здоровья, удачи, все самое. Акцию было решено приурочить знаменательной дате для кафе «Алеппо», которая в этот день отмечает первую годовщину со дня открытия. Главная цель акции – подарить улыбку детям, которые так или иначе столкнулись с трудностями. Право на счастливое детство имеет каждый ребенок. Нам же нужно делать все зависящее от нас, рассказывает владелец кафе Магомед Хабиб Дарбишев. Данную акцию хотелось провести для того, чтобы все люди могли обратить внимание на детей-сирот, детей-инвалидов, оставшихся без родителей, не обошли их вниманием. Хотелось бы, как бы каждый человек, который на этом свете присутствует, все в ответе, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, чтобы каждый почувствовал внимание на себя. Цель акции была такая, что принял участие благотворительный фонд «Инсан», администрация города Хасавюрт. Руководители реабилитационных центров выразили благодарность всем, кто причастен к организации благотворительной акции для детей, отметив, что постоянно чувствуют поддержку и заботу со стороны горожан. Сколько бы лет ни прошло, я не перестаю удивляться благородности наших горожан. Для детей такие дни являются полными приятных впечатлений и остаются в памяти на долгие годы, делится директор реабилитационного центра для несовершеннолетних детей Магомед Гамзатханов. Низкий поклон вам, уважаемые люди, которые организовали этот праздник для наших детей. Пусть Аллах увеличит ваш баракат, дай Аллах, чтобы каждый ребенок, который находится и в таких домах, и в детских домах, и в домах с круглыми сиротами, за каждым ребенком придет его родная мать и заберет, обрадует этих детей. Слова благодарности организаторам благотворительной акции также прозвучали от начальника отдела управления торговли Абакара Базаева. Представители благотворительного фонда «Инсан» приготовили для каждого ребенка подарочные пакеты, которые были заполнены также сладостями, фруктами, детскими книжками и летними головными уборами. Я благодарен сперва Всевышнему Аллаху, что он дал такую возможность нам всем вместе. Такие добрые дела. Буквально недели-две назад управляющий этого заведения «Алеппо кафе» изъявил желание провести такое мероприятие. Ну, началось с этого. В ходе акции также проводились разнообразные конкурсы с привлечением приглашенных детей. Все это сопровождалось веселыми танцами и играми с участием аниматоров в костюмах героев известных мультфильмов. Праздничное мероприятие завершилось раздачей пакетов с подарками и общей фотографией на память. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».